черствовать, и Господь даровал вам различные таланты, различные дары. Но один из самых важных ваших даров – это дар созидания, дар соделывать. И действительно, где бы вы ни были, какое бы послушание несли, вы всегда созидаете. Для нас, людей, которые идут по вашим следам, радостно идти уже по сделанному, по содеянному. И одновременно ощущать себя участниками ваших трудов. Благодарим вас в этот сегодняшний день за ваши труды на благо церкви. Вот за это созидание, которое уже много лет вы несете в разном сане, уже много лет в архиерейском сане и будете еще нести. И, конечно же, каждый раз, когда в киевских духовных школах что-то происходит, это тоже созидается по вашему содействию, по вашему благословению. Дай Бог, чтобы еще много ваших инициатив вы могли реализовать, созидать, а мы были участниками, и преподаватели, и студенты, любимые вами киевских духовных школ. Многое и благое лето! По молитвам преподобного Антония Господь нам дал здесь возможность трудиться, впитывать эту благодать Духа Божия, эти плоды подвигов наших соотечественников для того, чтобы хоть немножко впитывать себя, но потом созидать для будущих поколений. Поэтому здравия, сил, творчества, процветания нашей духовной школы, в которой я действительно вжился и без которых я не мыслю своей пока жизни. Себе заключить.